наши зрители совсем недавно. Под эту песню мы провожали нашу олимпийскую сборную в бой Олимпиады. Сегодня под эти же аккорды мы провожаем наших сестер толмачевых в их бой. Бой на Евровидении. Мы очень верим, что эта песня принесет и им успех, Юль. Но вы ведь сами тоже стояли на сцене Евровидения. Смотрите, вот мы стоим, кстати. И на Олимпиаде тоже. Да, конечно. И вы тогда принесли победу, в том числе и ваша песня, которую вы провожали нашу... Стояли на сцене. И ваша песня стала пророческой, нас никто не догнал. А мы хотим верить, что так же сейчас и произойдет здесь. Нас никто не догонит, Владимир Вольфович. Надо исправить. Так. Исправить текст. А есть, есть, есть. Да, да. Нас никто и не посмеет догнать никогда. О! Никогда. Можно. Я откровенно скажу. На вас смотрит вся планета. Минимум 1 миллиард человек. Дайте им хорошее настроение. Проблем полно. Но из Москвы это радость. 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 Даете, даете, Владимир Иванович. Да. Юль, что скажете девочкам, вы как уже опытный человек, который прошел через Евровидение? Я думаю, что первое – это верить в себя, и все, все будет. Мы же ведь уже показали, Россия показала, что мы можем быть первые даже в Олимпиаде. Поэтому в любом случае Россия номер один. Что значит «даже», Юля? Олимпиада стала нашим триумфом. Юль, а когда вы выступали на Евровидении, «Т.А.Т.у» гремело, а в Британии вы были лучшей группой вообще. И вам ноль поставила Великобритания тогда. Вот вы тогда ощутили там, на Евровидении, что есть какой-то политический подоплек? Конечно, потому что буквально по приезду в Москву мы узнали от Первого канала о том, что мы на первом месте. И о том, что Великобритания нам дала ровно 12 баллов. Но я было удивительно, находясь в Европе на первых местах, приехать... И, как говорится, все люди, да, и все, как бы, все страны голосовали и не давали нам высоких оценок. Микрофон, да, Владимир Вольфович? Не оценки на Евровидении, а важно твое место в этом мире вообще. Это правда, это правда. Кроме того... Надо всем! Вот оно, ваше выступление, Юль, вот так вот это было, вот так это происходило тогда. Надо всем объяснить, что... Сильно? Сейчас, а сильно тогда переживали, Юль? То голосуют телезрители. Не могу сказать, что сильно переживала. Все-таки там 15-16 лет, это такой юношеский максимализм. А девочки все-таки... Девочки сейчас очень волнуются, да. Голосуют телезрители в основном. Да. Они, жюри там несколько человек. И голосуют в основном молодежь. И как скоро на них давила пропаганда общая против России, они на зло будут голосовать в этот раз. За наших исполнителей. Настолько милые девчонки, действительно трудно просто устоять перед их очарованием. Но раз уж мы заговорили о тату, я думаю, что Юля знает. Послушайте, буквально неделю назад Билборд поставил на первое место в топ хит тату, вот сейчас, неделю назад, опередив Destiny Childs и опередив, если не изменяет память, Spice Girls. То есть... Клип «Т.А.Т.у» сейчас в Европе number one. И все предполагают, что если вдруг Юля все-таки найдет возможность помириться со своим партнером по группе, то «Т.А.Т.у» еще ждет вторая волна популярности.